Итак, готовится у нас к последнему заезду в рамках первого этапа первенства России по кроссу на снегоходах 2016 года. Участники класса юноши. Гонщики, которые уже провели два этапа, точнее два заезда сегодня и, соответственно, сейчас в третьем заезде будут определять, кто же станет победителями первого этапа первенства России. Ну и пока они сейчас будут выстраиваться в стартовом створе, позвольте познакомить вас еще раз, напомнить, кто под каким стартовым номером стартует в этом заезде. Итак, номер 14, Дмитрий Бабак из Нового Уренгоя, представляет клуб «Факел». Под номером 15, Константин Санин, который не смог закончить гонку, предыдущий из-за проблем с техникой. Также он представляет город Новый Уренгой, клуб «Ямбург». Под номером 16 стартует Такаев Рустам, Новый Уренгой «Факел», представляет клуб. Под номером 18 Колегов Михаил, который сейчас является лидером общего зачета. Он представляет СТК «Ямбург», Новый Уренгой. Под номером 20 стартует Моторин Александр, также из Уренгоя, из клуба «Ямбург». Под номером 31 Сергей Викулин, Новый Уренгой, клуб «Факел». Номер 32 Сарван Гадиров, город тоже, клуб «Ямбург». Номер 34 Евгений Долбуш, который сейчас пока идет на четвертой промежуточной позиции в общем зачете. Он у нас представляет СТК «Факел», также Новый Уренгой. Представитель Альметьевска Ренат Залалов под номером 39 стартует СТК «Ультиматум». Под номером 51 Максим Рылеев, представитель Нового Уренгоя, СТК «Ямбург». Также из «Ямбурга» стартует Булат Хункаев, 69 номер, и 555 номер Руслан Аглямов, город Альметьевск, «Ультиматум». Пока промежуточно в общем зачете лидирует Михаил Колегов, который оба своих первых заезда завершил лидером. На второй позиции по сумме двух заездов идет Дмитрий Бабак. Ну а третья позиция, как мы уже говорили, у Рустама Такаева. Так что, судя по всему, именно в этом заезде и будет решаться уже судьба всего этапа. Все-таки есть шансы как у Дмитрия, так и у Рустама обойти друг друга. Так что все у нас впереди. Смотрим, наслаждаемся. И, конечно же, верим в удачное выступление всех спортсменов, на удачное завершение их сегодняшних соревнований, что всегда является одним из самых важных в этих опасных, в принципе, состязаниях. Выстроились ребята на старте. Все готово. Ну и, конечно же, стоит отметить, что в классе юноши особенно непредсказуемо складываются заезды. Всегда стоит ждать интересных ходов от соперников. И очень высока вероятность различных нюансов по неопытности, которые совершают ошибки спортсмены, они вносят свои коррективы. И тем интереснее наблюдать за юношами, что
что мы, в принципе, сейчас и делаем. Итак, техника заведена, все готово для того, чтобы стартовать. Ждем команды судей. Итак, старт, поехали, ребята, и видим мы опять, как и в первых двух заездах, старт всегда удается удачнее всех Дмитрию Бабаку. Очень небезопасно приземляются ребята. Посмотрим сейчас, что будет на выходе после первых метров дистанции. Бабак пока на первой позиции. Преследует его, по-моему, Константин Санин, да. Именно он. Костин после неудачного второго заезда очень важно занять максимально высокую позицию. И сейчас два этих гонщика задают тон в этом заезде. Но опять же, как мы уже заметили, в первых двух заездах Дмитрий Бабак всегда удачно стартует, потом у него происходит определенный спад по ходу заезда. Посмотрим, насколько это подтвердится в третьем. И смогут ли воспользоваться ошибками его соперники. Дуэт лидеров у нас Бабак и Санин набирает преимущество. Отрыв увеличивает от своих соперников. Убежал снегоход от одного из гонщиков. И сейчас он, склонив печально свой бок, снегоход лежит, уставший, на боку. А гонщик пытается что-то поделать с этим. Итак, как мы уже говорили, Бабак на первой позиции, Санин на второй, ну а Евгений Долгуш пока на третьей позиции, смотрим, что будет дальше. Михаил Колегов пока на четвертой позиции, но, в принципе, его вполне это устраивает. Учитывая две победы в первых двух заездах. А Колегов уже поднялся у нас на третью позицию. И вновь у нас тройка лидеров выглядит таким образом, что Дмитрий Бабак на первой позиции, Константин Санин на второй, а Михаил Колегов на третьей позиции. Интересно, что Рустам Такаев вновь где-то затерялся среди этой дюжины гонщиков.
Да, сейчас он занимает лишь 11-ю позицию. И это ставит серьезные вопросы над итоговым его результатом. Напоминаю, что такая в общем зачете после двух заездов идет пока на третьей позиции. Похоже, все-таки именно Такаев испытал на себе все прелести падения своего снегохода. И поэтому будет очень непросто ему вернуться на те позиции, с которых он стартовал. Продолжает. Бабак удерживает свое лидерство. Очень активно, агрессивно на такую трассу. Но, впрочем, это не позволяет ему особенно оторваться от преследователей. Константин Санин рядом, дышит в спину. Они, два спортсмена, представляют разные клубы. Один из «Факела», другой «Ямбург». И это добавляет, конечно же, остроты этому соперничеству. Наверное, не бывает ни одних соревнований, где бы эти спортсмены между собой не соперничали. И, как мы видим на инфографике, Константин Санин показывает лучший круг, а это значит, пытается он приблизиться к лидеру. А Дмитрию в этом случае, конечно же, важно просто не ошибаться, потому что именно ошибки в предыдущих заездах привели к тому, что он терял свои лидирующие позиции. Может, где-то из-за неопытности, может быть, из-за горячего своего нрава. И ведь последние соревнования декабрьские в Новом Уренгое точно так же не позволили Дмитрию занять высокое место, потому что в последнем заезде смог он завершить его, и в итоге, будучи лидером после двух заездов, он не попал даже в пятерку сильнейших всероссийских соревнований. И сейчас ему очень важно, конечно же, завершить победителем третий заезд. Это позволит ему бороться даже за первую позицию. Впрочем, опять же, все решать будут судьи наши. А мы только можем радоваться за спортсменов, за то, что они показывают такой уровень мастерства. Все-таки непростой день сегодня. Серьезная нагрузка. И мы видим, что Дмитрий постоянно находится под давлением Константина Санина. Который всеми путями, всеми возможностями пользуется для того, чтобы обойти своего соперника. Смотрите, как остро, буквально метр разделяет порой этих спортсменов. Здесь еще и круговые вмешиваются в их борьбу. И посмотрите, обходит Санин, обходит своего соперника.
как раз-таки воспользовавшись тем, что вмешался в их борьбу круговой спортсмен, несколько неверное решение принял Дмитрий Бабак в этом случае, и воспользовался этим Константин. И сейчас именно Санин является лидером нашей гонки. А еще более 5 минут находиться на трассе. Михаил Колегов продолжает удерживать третью позицию. Впрочем, его это вполне даже устраивает. Ну а на четвертой позиции Евгений Долбыш у нас находится. Правда, серьезный довольно отрыв от третьего места у него. Рустам Такаев очень спокойно так пропустил лидеров, не стал как раз таки вмешиваться в это соперничество. Респект в таком проявлении, конечно же, от нас. Ну а Санин продолжает лидировать. Теперь уже он задает тон в этом заезде. Серьезный отрыв уже у него даже от Дмитрия. Бабак, впрочем, также довольно успешно ведет свой снегоход к призовому месту. Конечно, не стоит говорить об этом заранее, но все-таки предварительно пока и тот, и этот гонщик могут рассчитывать на высокие места. Здесь уже серьезно перемешались у нас на трассе все гонщики, лидеры. Довольно многих уже обошли на круг. Итак, лидер у нас Константин Санин уже более 5 секунд имеет преимущество над идущим на второй позиции Дмитрием Бабаком. На третьей позиции Михаил Колегов. Все уже довольно привычно нам на третьем заезде происходит. Те лидеры, которые обозначили себя в первых гонках, они же и диктуют свои сейчас условия всем остальным гонщикам. Но, конечно же, для каждого, кто сегодня принимает участие в этих заездах, для этих юношей, это огромный опыт. Тот же Руслан Аглямов, который впервые принимает участие в подобных соревнованиях.
я думаю, очень яркие ощущения, впечатления. Какие-то трудности возникли у одного из спортсменов. Заглох снегоход. Не успел я посмотреть, что это был за гонщик, но сейчас, я думаю, по инфографике мы поймем, повлияла ли остановка данная на расстановку сил. На экранах у нас сейчас Дмитрий Бабак. И да, новый лидер у нас, Дмитрий Бабак, вновь вернул себе лидирующую позицию. Все-таки это именно Константин Санин испытал определенные сложности с техникой. И сейчас уже на последний круг уходят у нас лидеры. Санин потерял даже и вторую позицию. Михаил Колегов уже на ней находится. Вновь мы констатируем то, что именно проблемы с техникой не позволили Константину Санину заезд завершить на самой высокой позиции. А Дмитрий Бабак очень уверенно ведет свой снегоход по трассе по последнему кругу, получает еще попутно подсказки от тренерского штаба, от более старших товарищей. Ну и видим мы, что вот сейчас стартует на последний круг Бабак. Последний круг первого этапа первенства России по кроссовому снегоходу 2016 года в нашем уже полюбившемся многим городе Альметьевске. Ну и на второй позиции пока Михаил Колегов, который, стоит отметить, конечно, очень спокойно и, главное, стабильно провел этот заезд. И несмотря на отсутствие каких-либо серьезных атак, действий, он пока идет на второй позиции. Точнее, не на второй, он уже на третьей позиции, потому что буквально мгновение назад Константин Санин вновь обошел своего соратника по команде. Дмитрий Бабак ведет свой снегоход уже на последних виражах дистанции. Итак, финиширует у нас Дмитрий Бабак, выигрывает третий заезд. Представитель спортивного технического клуба «Факел». Поздравляем Дмитрия с победой в третьем заезде. На второй позиции завершает этот заезд Константин Санин, который все-таки на последнем круге вернул себе вторую позицию.
Но, впрочем, в любом случае, последнее слово за судьями, конечно же. Не будем спешить с выводами. Ну а у нас впереди, дорогие друзья, последний заезд класса взрослые. Финишировали последние гонщики заезда в классе юноши. Ну и мы предварительно подводим итоги этого третьего заезда. Первую позицию у нас занял Дмитрий Бабак. Вторая позиция у Константина Санина. Третья — Михаил Колегов. Четвертая позиция — Булат Хункаев. Пятая — у Евгения Долбуша. На шестой позиции закончил этот заезд Максим Рылеев. Рустам Такаев на седьмой позиции. Сергей Викулин на восьмой. Сарван Гадиров на девятой. Александр Моторин на десятой позиции. Ренат Залалов и Руслан Аглямов на 11 и 12 позиции, соответственно. Завершили выступление юноши. Итоговые результаты подведут судьи. Ну а сейчас на последний, третий заезд, завершающий не только заезды в этом классе, но и заезды вообще на первом этапе. Представители класса взрослые в рамках чемпионата России –